You are a part of this place. Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф. Мы продолжаем играть в темнейшее подземелье, и сегодня мы в него и отправимся. Отправимся мстить за наших потерянных бойцов. Но я надеюсь, у нас удастся это сделать. У нас пойдет тот состав, который ходил в прошлый раз. Единственное, что здесь я добавил, я поменял, здесь был брелок на кровотечение. Я поставил минус к стрессу и к меткости бонус. У нее базовая атака... Ну, неплохая меткость 105, но, в принципе, и минус 25 к стрессу, это полезно. Здесь то же самое, оглушение, отравление, плюс, то есть, вернее, минус к стрессу, опять же. Та же самая сборка, та же самая, что и было. Единственное, что я думаю, нам урон надо срезать, да, и у ворот, по идее. Или у ворот, именно вот, именно у ворот. Нет, наверное, урон все-таки полезнее. Если один какой-то враг остался, ему урон срезать, это как-то будет полезнее, наверное. Ну, посмотрим, по ситуации можем поменять вдруг. И что я хочу сделать, кстати. Давайте-ка навыки вот эти посмотрим, что у нас может быть. Так, Махмуд, что ты имеешь? Нет, только герой повышение стресса на 15. Но зато урон бафнуть тоже не очень полезно. Защита от ночных нападений. Давай снимать стресс. Полезно. Так, ну и пошли дальше по списку. Тут у нас что может быть? Так, религиозных с нами вроде же никого не идет. И можно экстренно снизить стресс. Но я... Минус 5 меткости, минус 2 скорости. Но это жестко. Зачем нам это, кутеж? Только герой снижения стресса. Отхил. Давайте лучше вот так сделаем. Так, кутеж нам явно не нужен. Так, вылечить кого-нибудь внезапно. Может быть, гораздо более ценным. Так, здесь у нас все спутники снижения стресса на 10 и минус 10 урона от стресса. Это дофига как полезно. И себе стресс снизить. Тоже дофига как полезно. Гослин вообще у нас красавчик, конечно. Так, так. Ну и Серга. Серга, сходи сюда. Что ты там можешь делать? Нет, это не очень хороший размен. 25 к урону, но стресс повысить. Тоже так себе альтернатива. Тоже возьмем лечение на всякий случай. Но я вряд ли его буду вообще билками пользоваться. У меня тут Гослин есть, у меня есть Клементия, который может немножечко себя там побафать. И это гораздо более полезным будет. Ну, еще раз смотрим на вещи. Окей, вроде все. По навыкам. Окей, вроде все. Ну, идем в темнейшее подземелье. Да, я знаю, что если нам оттуда бежать придется, то мы кого-нибудь потеряем. Лопаты там абсолютно не нужны. Еда там нужна вся. Факелы. Я не знаю сколько, но давайте все. Вот это определенно все. Все. Святой водой мы будем просто обливаться, наверное. Нон-стопом. От яда лечение возьмем. Противоядие, да? Надеюсь, этого нам хватит. Погнали. Святой водой можно будет, ну, почти сходу облиться.
так. Но мы уже знаем, что звезды сложились самым наихудшим образом. And great gongs sound in anticipation of the coming sacrifices. Far below, life-laden shadows pulse to the unrelenting rhythm of a beating heart. И сейчас что надо проверить? По идее там не культиста, а как первыми встречаются. Мы в прошлый раз, в общем, первыми встретили двух чувачков, которые хиляют и бафуют своих. Сейчас проверим, если оно так же, то значит тут заранее подобранный данж. Да, походу так и есть, но вот эти сектанты. Тут ты можешь травить можешь одного, но лучше, конечно, бить и глушить. Текс. Отлично, отъехал. Да, убиваем. Что на него смотреть? Ослабились. В этом, конечно, минус варварша, что он постоянно ослабляется. Так. Ты, гаденыш. Не хочу стресс схапывать. Но тебя надо побыстрее разобрать. У нас какой-никакой контроль в группе есть. Да и дамаг неплохой. Нужно было стресс лечить. Так, окей. Так, нафиг я факел это жгу нон-стопом. Так, вот это уже веселей пати, да. Надо на этих накричать и надо этого убирать. Я вот не знаю, кто у нас вперед походит. Давай на всякий случай оглушим. Если что, ворошиш покричит, конечно, до кучи. Ты и так от яда умрешь. Охраняй. Да, тебе недолго охранять. 9.15. Я боюсь, что он нам урон нанесет, поэтому давайте его просто порежем, этот урон, который он потенциально может попытаться нам нанести. И накричим еще. Как-то избирательно. А, ну да, там же был щит. Беда, беда. Так, ты и так умираешь. Так, 153. 5-9. Я тебя не оглушу. Придется превратиться, чтобы гарантированно это все было. 9-15, 9-15. А так гарантированно убью. Нельзя урон, но нужно и... Ну как, урон-то можно наносить, но... Нельзя его получать ни в коем виде. А давайте я просто еще порежу урон минус 80%. Делай ты что хочешь. И еще и мажешь косой ктулху. Ну и получи. Так, собачкой в идеале побыть. Да, иди сюда, вой. Да, неплохо. Я сожру твое сердце. Так. Ну окей. Окей. Враг сломлен и втоптан в землю. А давайте-ка вниз пойдем. Мы тогда вверх ходили. Что-то мне там не очень понравилось. Может быть, тут, конечно, внизу нифига не лучше. Но вдруг. Надежда же последняя умирает. Погнали. А, надо облиться святой водой. Да, поздно. Ну, хотелось бы. Так, вот этот стресс она гоняет, Гавр. Ух ты ж. Так, дайте походить кому-нибудь из моих.
Там-там-там. Сейчас начнется. Мне стресс не нужен, мне очень не нужен стресс. Так, кричи на первые ряды. И надо быстренько с задними рядами разбираться как-то. Так, человек, ты нечисти человек, господи. Вертка нечисти. Так, яд сюда зайдет. Ты, по идее, умрешь. Ведь на тебя яд сработает. Что немаловажно. Можно в этот ход не превращаться. А, охранник. Чудеснейший. Это плохо. Оглушение прям жесткое. Поддержка. Чё? Он еще и хилится. Вот урод. По крайней мере, этот сдох. В чем фиговость всей ситуации? Так, сопротивление еще. Так, хорошо, извернулся. Так, я тебя уже гарантированно не оглушаю, я тебя вообще никак не оглушаю. Ну, тут нам без вариантов нужно превратиться, что-то делать. Да. Супер. Оу, он умрет. Да неужто? Они и так умеют, смотреть-ка. Этому урон порежем. Чтоб если он атаковал, то не особо и страшно. Прям вообще ему зарежем урон. Так, собачка, подвыть нужно срочно. Супер. Рви. Такой вот вопрос. Когда нам разбивать лагерь? Насколько это скоро потребуется? Чтоб я знал. Давайте, наверное, в следующей комнате бой примем. Если все хорошо, то, наверное, лагерь разведем на всякий случай и бафнемся. Хотя, блин. Хотя у нас пока все и так неплохо. Но может это быть хуже. Давайте водой обольемся. Чего бы нет. Три раунда нам даст какое-никакое преимущество. Да, только против кого вопрос. Значит, здесь мы подеремся и... Блин, зря бутылки выпили. А не зря даже, один раунд. Ага, тогда я до них дошел, как бы, и все. На этом мое приключение закончилось успешно. Ну, не успешно совсем. Так, у них кровотечение сопротивленница. Неприятно. Но это зато мистики. Культист мистиков любит потрошить. Твою мать, они еще вперед меня ходят. Это вообще не к добру. Там. Сколько у тебя там здоровья? 6. Тебя глушить можно насмерть. Отлично. Ты обкричи вот этих в доску просто. Палец. Опс. Больно. Так, обкричи их. Наругай. Плохие культисты. Все. Ругали культистов. Давайте резать культистов. Да, ну. Это ритуальный взмах ножом. Так. Ну, вариант превращаться, конечно. И фигашить. Какого-нибудь одного фокусить. Так, пес, ты же у меня умеешь еще с кости хавать. Это может быть полезный скилл. Обкричи их. Очень плохие культисты. Плохо себя вели. Все, Варварша вас критикует. Собака, грызи. Продали свою душеньку Ктулху какому-то тут. Надо вас за это наказывать.
да, у них кровотечение резиста, но мы тоже не пальцем деланные. А, ты и так полечишься. Режь. Необразованные дикари. Махмуд второй, да ты ж жжешь. Так, ладно, погнали дальше. Че, будем опять бутылками обливаться? Давайте, на всякий случай. По любасу должно быть какая-то бойня. Не может же мне два раза вести на пустые комнаты. Че, серьезно? Упс. Еще куда-то идти. Давайте-ка вниз пойдем, вниз как-то легче ходить. Ну вот зачем я облился? Черт, чуть-чуть не дошел. А, началось стена плоти. Вот это вообще не в тему, чувак. Придумал всякие глупости. Так, вот на первые ряды мы накричим. И этого. Ух ты ж, скрита. Я хотел кость съесть перед тем, как ударил. Но все вышло нормально. Тебя надо зарезать. Ты очень дамажный. А оккультист здесь как бы себя хорошо показывает. Сволочь ты опять, а? Чё ты всякие глупости тут делаешь? Давай мы тебя отравим, что ли, или чё? Или тут не до таких всяких игр. Тут надо как-то прям тотально бить. Не задалось. Блин, ну я все равно не убью. Надо хотя бы на этих накричать. Этот успеет походить, гадина. Но он сдохнет на следующий ход. Ой. Так. Тут ему что-то стресса зашло так нехило. Тут дебаф, что у нас? Все вроде нормально пока. Ну, как нормально, все плохо, ну нормально, да. Насколько это плохо, нормально может быть. Но зато у нас есть привал. Ау. Вот не надо вот этих дел. Так, стресс, да? Надо лечить. Лечить. Оп. Все, нету гадкого стресса. Бинтоваться надо. А, вот этого опарыша убить надо. Этот-то ладно. Себя полечить. Кричи. Немножко стресса снять собачкой будет полезно. Так, собака, будешь ходить? Нет? Вообще. Ну, такое себе снятие. Ладно. Так, ну неплохо, неплохо. Пока что неплохо партия себя показывает. Но фиг его знает, что нас тут ждет. Может быть, все стать внезапно очень плохо. Это же Darkest Dungeon. Твою мать. Я очкую туда просто так идти, кстати. Давайте-ка все-таки разобьем и бафнемся. Я не хочу, чтобы на меня здесь вот стопудово ночью напали. Защита от ночных. Если мы кого-то врасплох застигнем, это будет вообще супер офигительно. Меткость и урон на первой позиции. Это важно. Тебе скорости дать. Тоже важно. Что у нас есть? Минус стресс. Ну, давай минус стресс. Кому? Кто у нас любит стресс копить? Ты, по идее. Так, помним про печеньку собачью. Ох, как-то вообще сыкотно. До сюда я еще не доходил. Поэтому будем уповать
на нашу команду, что она совсем тут разберется. The match is struck. A blazing star is born. Тыкс. И куда? Я не знаю, но пойдем вперед. Ух ты ж, ух ты ж. Два чувака, которые нам стресса просто за здорово живешь насуют. Это плохо. Ну и давайте как-то этому мешать, что ли. Тебя глушить. Хотя бы одна эта гадость походит, если походит. А на вас мы накричим. Так. Собачка. Попытайся. Да, попытайся. Попыталась. Какие претензии. Да. Надо бы этого убить. Ну, стресса сейчас будет тьма тьмущая от этих. Я, наверное, даже лучше урона получаю, чем столько стресса. Так, глушить их тут шансов не так-то много. Надо убивать, просто, просто бей. Отлично. Так. Ну попади, только попади. Сволочь, а? И печеньку забыл съесть. Да ты вот поч... А, хотя бы тяга, это чё? Это немножко стресса. Но у него дофигища стресса, куда больше. Отлично, минус. Но, правда, нам сейчас эти напихают. За здорово живешь. Давайте этому урон срежем. Тейкс. Не так страшно. Так, там надо дебафов огромную гору снять. Ладно, пережили. И стресса надо поубавить. Так, ну сначала хотя бы с этой гадиной разобраться. Это приоритетно. Так, отлично. Режь этому урон. Нам надо, чтобы собачка хоть немножко повыла. Хоть чуть-чуть. Кровотечение. Так, надо было бинтом вылечить, конечно, ладно. Хотя толку с этих, ну, 7 стресса сняли, у него все равно, как было, куча стресса, так и осталось. Так, лечим всякую гадость. Единственная надежда на то, что у него отрицательных черт мало. И как мне подсказывали, мол, если их мало, то больше шанс, когда соточки добьет стресс, что он, ну, какую-нибудь крутую вещь вытворит, а не впадет в дикий ужас. То есть у него подъем сработает. Все может быть. Так, это явно не конец. Теперь нам куда-то сюда идти. Ах, это страшно. Страшно вот так вот ходить. Так, еще и голод. Печенька. Твою мать. Что это еще за злокачественный нарост какой-то? Да, час от часу не легче. Давай мы тебя глуханем. Потому что ты стопудово в оккультиста в нашего влепишь у как бы то, что не стоит туда делать. Так, собака. Грызи. Ты кричи на первые ряды. А, зараза. Да. Подвох. Неприятно.
А вот это норм. Так, эту фигню убить надо как-то. Плюс еще у нас вот эта фигня тут. Давайте-ка ее глуханем. Так, тебя и так убьем. А вот тебя чем быстрее, тем лучше, по идее. Вот эта чекрышка, я даже не знаю, что делать, как ее назвать-то, злокачественный нарост. Для чекрышки, наверное, больше подходит. Так. Удар плотью. Понятно. Так бы сразу сказал, что фигней страдаешь. Так, опять я печеньку не съел. Долой вражину. Так, тебе подкушать бы не мешало, да. Не, ну что-то мне подсказывает, что нам явно вот в эту сторону. А не вверх никак. Ну и судя по тому, что у нас припасы кончаются, можно предположить, что мы в принципе где-то уже ближе к финалу, да? Этой всей истории. От этого, блин, не менее жутко. Тут еще два этих чепушила опять. Как вы меня радуете, а? Так, на этих мы накричать можем сходу. Это супер. Вот сюда бы. Да, бей. А ты тут ножичком. Опс, и нету. Супер. Теперь небольшая проблема. Я глушить уже не могу активно. А надо убивать активно. Поэтому лучше, наверное, все-таки превратиться. Может так? Черт. Я думал, он развалится все-таки, но нет. Твою мать. Что ж такое верткая гадина? Черт, он может от разрыва от какого-нибудь сдохнуть такими темпами. Я этого совсем не хочу допускать. Но зато у меня все косые. Когда нужно, палец. Собака, извернись. Гадина. Давайте на вас наорем опять. Как-то вы себя стрёмно ведете. Сразу двух кот с ним. Отлично. Единственное, у нас культи скоро поедет, а так-то все супер. Че у культиста-то? Только клаустрофобия. И почему-то его фокусит. Так, это мы вылечим. Идем. Твою налево! Ползучий ужас. И еще вот эта кочерыга. О, да. Это весело. Оглушение 148. Шанс сопротивляться. А у меня шанс нанести не столь высок. Чтобы выпендриваться. Превращаемся. Да, Махмуд поехал. Еще и агрессивен. Да, главное, чтобы он у нас совсем-то не поехал. Я бы, по идее, вытолкнуть. Я того не достаю. А хотя я вот того достану. Как-нибудь. Ты считаешь себя героем, но ты просто жалкий червяк. Это очень мне важно было знать. Я могу тебя ослабить. Я могу вас обоих фигануть. И это, мне кажется, гораздо более прикольной идеей.
Твою налево. Так, 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 так. Печенька, печенька. Звездный час. На три раунда. Карательная печенька. Твою мать. Плохо. У тебя еще два хода. Что там два хода делать собрался? Так, давай мы этого зарежем уже. Оу, типа стресса все? Или что это вообще? Че, зачем ты их перемешал, чувак? Это вообще не то, что нужно делать. 6-11. Я ему могу урон посрезать так-то, да? Смогу? Да, смогу. Так, в принципе, кровотечение перевязать могу. И критануть я тоже могу. Твою мать, харе... О, чё-то... О, навыл, гад. 8-15. Так, ну, тебя-то я, по крайней мере, могу оглушить. Того навряд ли. А, нет, никого не могу, отлично. Не очень-то и хотелось. Так, их теперь будут таскать по всей этой... А, ужас-то какой, а. Пойди, эту фигню надо убивать. Или тебя фигашить в Талова. Даже не знаю. Давай пока тебя бить. Хотя есть подозрение, что это не самая лучшая идея. Кровотечение ты можешь стакать. У тебя есть печенька. Давай, орудуй. Страж. Да. Понятно, все с тобой. То есть тебя надо сносить. Сам по себе он урона особо-то и не наносит. Так ты мистик. Так, а если этой фигней? Все равно все сюда придет, да? А, как не вовремя. Блин, долбивой. А, еще факел затушил. Давайте разожжем. Ага, он еще меня не пускает. Сволочь. Началось. Началось веселье. Опять волна. А, он же по два хода делает. Куда это? А, более-менее. Ладно, фиг с тобой. Собака-зверь, блин. А если его пытаться оттолкнуть, это, наверное, ничем не поможет. А вот снести это нужно. Может быть, имеет смысл даже полечить на 3. Офигительный лекарь от бога. Так, печенюга перестала действовать. Надо еще одну печеньку съесть. Ты еще усилять его взялся. Твою мать. А меткости крит. Да, то мне не хватало. Что там мы тут и откинемся такими темпами? Так, накричи на обоих. Хорошо. Это нехорошо. Хара меня туда-сюда мудохать. Сколько можно? Твою мать, а. Как это все не вовремя. Так, ну собака что-то вообще вяло. Кто так бьет? Ты бы тоже мог, оккультист, но мистика, ты сейчас поедешь. Он сейчас реально у нас уедет. От стресса. Ему чуть-чуть осталось. О, непоколебимость. Супер. Скинь стрессика. Помоги скинуть стресса. Было бы, кстати, весьма. 5-9, 7-13. Кровотечение. Давай настакивать.
Да блин. У нас, походу, короче, Махмуд отъедет сейчас с таким обилием стресса. Тут гадалки не ходи. Ну, всеми силами надо его загрызать уже. Так, смертный убивает смертных. Какое унылое развлечение. Ты не унывай там, слушай. Так. Фиг с тобой, усиляй, щит не накладывай. Я думаю, что я просто, если убью эту гадину, он еще кого-нибудь призовет, и это будет совсем не кстати. Надо просто как можно быстрее его убить, чтобы у нас Махмуд не уехал. Махмуд при смерти. Чуть-чуть не склеился. Непоколебимость. У нас непоколебимая сплошь. Подлецы, говорит, оберегитесь. 7-13. Так-так-так, 5-9. 11. Черт, один хил остался. Махмуд мог выжить, но не судьба. Клементия. Тоже непоколебимость. Черт, ну Махмуд, конечно, блин. Махмуд, как ты мог? Ёма. Так, и все, ты дохни уже, тваря. Предки благословили меня. Сдохни, мразь. Фамильную карту получили. Ну, это то, что у нас с Махмуда выпало. Ага, даже тут немножко глюкнуло. Ну, по крайней мере, мы... Первое темнейшее осилили. Ну что-то Махмуд прям подкачал, чувак. Убийца нежити. Знаток бухты. Плюс 20 стресса, если очков здоровья менее 50. Это надо лечить сходу. You have merely glimpsed the edge of the abyss. It is enough to trigger the cycle of revelation. Ну да. Now, like me, you will begin to see things as they truly are. У нас теперь так. Герои, выполнившие задание в темнейшем подземелье, пережили слишком много. Они никогда больше не вернутся туда, но вы можете приглашать их на другие задания. Туда они уже не ногой. Тут нам 3 железных короны надо будет задействовать. Оно уже идет долго. И тут будет весело. И там нужно будет брать вот эти пламенные талисманы с собой, по всей видимости. Да. Партия себе неплохо показала, но... Так, стоять. В смысле, они весь стресс излечили? Сходу, да? Вернулись. Но теперь они... Вот этот факел у них есть, они, то есть он там был, и он уже больше не пойдет. Он уже умудрен опытом. Танатофобию тебе вылечить. Кто у нас еще был? Серго был. Загнанность. Тебе тоже танатофобию надо вылечить. Нафиг нам это нужно. И Клементия. Клементия что-то надо выучить. Против животных. Да. Тем не менее. Первое темнейшее подземелье пройдено. Но... Махмуд. Махмуд все-таки пал. Это был Махмуд второй. Махмуд первый вообще не дожил. Махмуд второй дожил и все-таки на самом-самом последнем боссе слился. Ну ладно. Это Darkest Dungeon. Что сказать-то? Сколько у нас еще персонажей-то есть?
3, 4, 16. На 3 похода мне надо 12. Еще 4 запасных, грубо говоря, еще можно кого-нибудь вкачать, если что. Эх. А тут что у нас дают? Очень редко. 15 шансов душевного подъема. Фамильный носовой платок. Вот это прикольно. Ладно, в любом случае, на этом всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И увидимся в следующих видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.